Друзья, к вам обращается лохматая душа. Друзья, как всегда, корм, самый страшный наш бич в такое снежное и холодное время. И я обращаюсь ко всем, мои хорошие, давайте оставаться людьми. Что бы ни было в этой жизни, давайте оставаться людьми. Приюты забирают бездомных животных с улиц и защищают людей. Работа в приюте кипит. Завалило нас, ребята, страшно, а снег продолжает идти. Спасибо всем, друзья. Огромное спасибо. Что, мои ушастые? Так, скидываем. Отлично. Просто завал, ребята. Боль. Смотрите, что творится. Да, ребята. Даже вот так. Потому что ничего у нас. Ой, ну это нечто. Это, конечно, нечто. Ребята додумались на тележках по крыше ездить. Потому что, ребята, сюда вольеры сбрасывать нельзя. С той стороны тоже вольеры. И именно вот этот ряд приходится чистить вот так. Двойная работа. А что делать? Другого выхода нет. Кто-то девочки спрашивал про малышку. Она у нас в приюте, она вернулась у нас уже, она чувствует себя хорошо. Она очень ласковая, очень добрая. Она поправилась, мы ее привезли. После операции все в порядке. Да? Да, мое солнышко. Скажи, домой хочу. Хочу домой, мое солнышко, мамина. Трактор все это гребет. Вы смотрите, что у нас в приюте творится. Снега вообще невозможно никуда пройти. Это на чем? Немецкий фонд зоозащиты Хундехильфе Русланд подарил нам три бытовки. Три бытовки, ребята. Больших, шестиметровых, три бытовки. Так что дай бог им здоровья. Завтра эти бытовки нам привезут. Готовим место. Ребята, завтра привезут бытовки. Поэтому готовим площадку и подъезд. Вчера расчистили все. Сегодня надо закончить. Иначе просто здесь вот это все, снег, приходится все вывозить. По-другому, ребят, не получается. Но, слава богу, сейчас место будет для бытовки. Для трех бытовок, ребята. Все будет у нас хорошо. Продолжаем выгребать и чистить. Да, мои хорошие. Замерзла я, ребята, жутко сегодня. Ничего. Остальные спрятались, да? Друзья, с вами лохматая душа. А что вам сказать, мои хорошие? Строим, убираем, гребем снег. Единственная к вам просьба, просто огромная просьба, ребята. Помогите, пожалуйста, нам кормами. Помогите пережить эту зиму. Ну, для нас это очень-очень важно. Я обращаюсь к каждому из вас. Помогите, пожалуйста, нам пережить эту зиму. И все-таки хочется верить, что наше правительство... Ребята, ну это страшно, что приют 2-3 раза в месяц просит помощи. Ну, потому что слишком нас много. Я прошу, мои хорошие. Сейчас столько проблем. Смотрите, здесь даже пройти у нас невозможно. Где только можем прорыть. Потому что мы сейчас чистим крыши. У нас все падает. Ребята, огромные снегопады. И начнет помогать таким приютам, как лохматая душа. Частным, которые возникли спонтанно. И которые делают все, чтобы животные были ограждены от людей. И не причиняли друг другу неудобств. Ребята, они живые. Они часть нашей жизни. Часть жизнеобеспечения и жизнедеятельности нашей планеты. Ребята, собаки тоже выполняют функцию санитаров, даже бездомные.